1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around. Jump sang гитар, прикупил, короче. 7 штук. Сколько? This is Russian stupid bitch. Вообще, блин. Сейчас. Buy this guitar. Второй англ-слен будет. Ёпт. Открывай. What did you say, motherfucker? Короче, гитарка на двух хамбах. Ой, я на что-то сел. Что еще сказать? Тём таракал. Я сел на что-то, блядь. О, бля. О, бля. Гитарка Cortex 1. Говорят, хорошая. На. Хамбакеры ставят. Как Cort X1? Да, да. Сейчас я лучше пропиарю, надо. Итак, блядь. Полетели. Розовые. Люблю гламурные. А что это ты хоть скажи? Струны. А это что? Хуйня. Дальше поехали. Резервативы. Поп. Ого. Все в комплекте. С гитаркой. Тюнер. Корг. Это тюнер, да? Да. Тюнер вот такой. Штучка туда-сюда. О. Тремоло. Да. Тремоло туда-сюда. Инструменты. Ты фалосы, блядь. Да. Ты да. Вытащи прям полиэтилен, прям полиэтилен. Прям полиэтилен. Да. Ну вытаскивай. Блять, уже нахуй. И? Прикол в том, вот что это вот хуйня. Он не умеет играть. Даже комбика нет. В общем, что здесь есть нахуй? Не, встань. Окей, давай, я расскажу, что здесь есть, короче, по-братски, блядь. Две крутилочки туда-сюда. Одна Тоня, другая Валуми. Два хамбукера, которые вот это, блядь, надо снять нахуй. Вот это вот тут... Ты это будешь снимать? Да. Вот это туды-сюды, это хамбукеры переключаются. Вот это вот машиночка. Ту дилду, короче, сюда вставляешь, понял, да? И такой типа, вау, вибрато. Подожди. Чё, блядь? Фокус, блядь. Всё, давай. Это, короче, как вибрато такой хуяришь, да? Типа, как этот... блять, сопрано нахуй. Вот. Какой сопрано? Да похуй. Короче, заебись. Лады, даже не надо у мамки пиздить пилку для ногтей. Просто идеально хуярено на китайском заводе Рож. Хуй знает. Нет, Индонезия, блядь. Да похуй. Вот, Индонезия. Че еще сказать? Но толки закрыты, это заебись. Вот здесь вот нахуй написано все, блядь. Вот. Толки закрытые, вроде, ну, не знаю, они маленькие такие. А, что еще? Тремоло заебись говно. Ну, то есть заебись, что оно есть, но тремоло вот эту вот штучку говно. Вот. Ну, потому что оно или строит, не держит. Порожек. Порожек не мягкий, порожек хороший, качественный. Ну, конечно, не из слоновой кости, но заебись, держит, наверное. Вот, короче, берешь такой и сжил, блядь. И это, короче, пани, вибрато такой, да? Только тем, никто не играет, да, не умеет, блядь. А вообще, гитара настроена в пизду, как плохо, потому что делали это все китайцы, блядь. Вот. Но у меня есть тюнер за яйца. Сейчас, короче, захуярим винту. Так, блядь. Первый сюда, второй, блядь, ебаные пальцы, нахуй. Да похуй. Блядь, вот, заебали. И такой блюз. Так, нахуй зажимаем что-нибудь. Опять винту. А, да. Еще прикупил... Такие хуйни, которые называются медиатор. Радиатор. Это сразу с магазина. Вот. Я не умею им пользоваться. Поэтому положу аккуратненько, попробую взять. Как-то, короче, учили, что надо, короче, как-то. Вот так берешь, палец гинаешь, сюда, короче, кладешь. И вот хуяришь. Ой, блин. Я страшно пиздец. И такой, короче, ногу как профи, понял, да? Вот. Парам-парам, там.
А это, короче, полмьют, да, понял? Кладешь руку сюда на струну и, короче, так. И нихуя не слышно. Ну, чтобы соседям он не вызвали. Струны 1048. Заебись. Кстати, гриф, он хоть и кленовый, но, сука, он не кривой. И это охуенно. Но мензура в пизду все свалено, блядь. Тут нахуй. Ну давай фокус сюда. Пидорас, блядь. Нет, не на мои глаза, сука, на струны, блядь. Короче, хуйня. Надо перестраивать. Здесь, как мы с вами, блядь, можем заметить, меньше 0,5, то есть для меня это пиздец неудобно, задевает нахуй струна за лад, и получается виск на перегрузе. Вот. Вот так как, сука, Тёма криворукий, блядь. Мне это надо делать очень осторожно. Как это делать? Берез. Хуяется открытая струна. Ну вы, пидорасы, знаете, что такое открытая струна, блядь? Вот. И потом, короче, подвертываешь вот эту вот хуйню. Ну ты понял, да, блядь? Вот берешь, короче, отвертка и хуяришь. И чтобы она, короче, была больше и больше вот, расстояния вот этого. И потом настроишь с помощью вот там вот хуйни, корп называется. Вот так вот, все нахуй. Ну и, конечно же, сальняк, который играл Axl Rose не помню, в 84-м году, кажется. Ну похуй, я даже клинку зажать не могу. Парам-пам-парам-па-па-пам-парам-па-парам-парам. Давай, походку Ангуса Янга, блядь. Все, заканчиваю, нахуй. Вот. Хотя можно, наверное, сфоткаться. Все очень печально.